Всем привет! Привет! Вы на канале. Привет. Что мы сегодня будем делать? Разноцветный торт. Разноцветный торт радугу будем делать. Покажем вам мастер-класс. Да, мы знаем, кто к нам еще сейчас приходит. Не знаем, кто к нам придет из аниматоров, да? Скай пришла. Складывать свои коржики и мазать кремушком. А это что? Присыпочка, наверное, и компот. Можно попить, конечно. Первым делом нужно пить, да? Что, вкусно? Да. Милаш, не съешь все, а то тортик нечем будет украшать. Да, я не буду все съесть. Вот она, Скай, нас ждет. Да, Скай будет тоже помогать, да, деткам делать тортик. Послушала? И что, нужно взять формочку, положить на блюдечко, а потом выбирать цвет любой, да, из заготовок и ложить первым слоем. Подожди, еще тетя ничего не говорила, ты шеф-повар маленький. Ты все знаешь наперед? Ты молодец. Милаш, а вот теперь выдавливай кремушек туда внутрь. Конечно, можно. Мы кремушком помазали, теперь ложим еще один бисквитик зеленого цвета, да? И снова кремушком каждый слой промазываем кремом. Милашка, выдавливай. Какую-то прослоечку шоколад можно присыпать на кремушек, хорошо? Милаша положила третий бисквитик, голубой, размазывает, а потом шоколадом посыпем. Как тебе крем? Ты попробовала? Да. И как? На вкус? Очень? Шоколадом хорошо посыпай. Смотрите, как у меня красиво. Очень красиво. Все. Кладем сверху коричневый, откушенный. Почему он откушенный? Да просто так обрезанный, клади. Это не коричневый, а фиолетовый. Переверни только. Давай так. Так, выкладываем, Милаш, все слои, да? Ты положила красный, смазывай кремушком. Но последний мы не мажем. Нет, не намазываем. Клади вот так вот, клади, да. Ровненько выкладывай. Малышки, давайте, поднимаем. Паста, паста, получи. Оп, украшайте. Верхушечку. У кого кремушек остался, верхушечку можно смазать. Прилепляй сюда. Хорошо, что-нибудь? А, вот эти. Теперь украшай как хочешь. Чередуешь? Вот это класс. Какой у тебя красивый тортик получился. Попробуй, там, мамочка. Давай, украшай. Скай к тебе приходила, да? Смотрела, какой красивый торт. Да.
Ну что, красиво получилось, Милаш? Да, я не могу кладить. Будешь кушать его? Да. Сейчас? Или домой? Сейчас. Конечно, кушай. Да, вкусно. Вкусно? Ну что, Милаш, на этом все. Все. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И оставайтесь с нами. Готовьте вместе с Миланой. Пока-пока.